Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Игорь Крутой заставляет поклонников беспокоиться о его здоровье. За последнее время композитор заметно похудел. На днях Крутой поделился кадрами со съемок выпуска шоу «Привет, Андрей», посвященному Николаю Баскову. Несмотря на то, что композитор не любит сниматься в передачах, он не отказал другу в просьбе. Игорь Яковлевич трогательно поздравил народного артиста с 44-летием. Как пишет 7.ru, пользователи сети, посмотрев новое видео композитора, обратили внимание на худобу маэстро. «Один скелет остался. Надеемся на лучшее», цитирует неравнодушных издания. Это стало новым поводом для слухов о проблемах со здоровьем у Крутого. Ранее Игорь Яковлевич рассказывал, что в начале 2000-х у него обнаружили новообразование в поджелудочной железе. Врачи провели операцию и, как говорил сам маэстро, дали пожить. Любопытно, что несколько лет назад журналисты сообщали о страдающем диабетом композиторе. Якобы из-за этой болезни Игорь Яковлевич начал терять вес. Сам же Крутой неоднократно говорил, что поводов для беспокойств нет. Напомним, недавно композитора обвинили в воровстве. Крутой представил песню «Осень», записанную вместе с Ириной Аллегровой. В композиции тот же текст, что и в одноименном треке Маши Распутиной. Творение маэстро с артисткой не оценил музыкальный критик Сергей Соседов. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!